Так, ух, только сразу много. Так, можно ли заниматься детям чем? Тхэквондо. Это что такое? Тхэквондо, восточное единоборство. Один из видов восточных единоборств, да. Ну, и по карате такой же. Узаку карате и тхэквондо. Но если это не связано ни с какими заклинаниями, ни с какими мантрами, ни с какими медитациями, но мне только кажется одно, что если детям можно заниматься, но только не боевыми искусствами, не агрессивными, а те, которые ну, могут послужить хорошей защитой для человека. Вот, есть такие, как это называется-то? Айкидо, что? Айкидо, да. Вот, айкидо, например. Это приемы борьбы, приемы защиты. Вот такие, конечно, приемы, когда нападение там, и прочее, тем более связанные с жестокими мерами, конечно, нежелательно.